Меня зовут Першин Иван, мне 22 года. Люблю Выборг, потому что я в нем родился, в нем родились мои родители, и я тут живу. Мне нравится этот город. 5 лет назад часы остановились. Сердце Выборга перестало биться. Четыре года назад я сюда забрался и завел часовой механизм. Местные жители могли донести в полицию то, что тут ходят какие-то люди непонятные. Это самое страшное было для меня. Часовая башня была открытая, сюда туристы ходили, могли разобрать, по идее, часовой механизм, вывести и продать. А могли и завести и стать смотрителем в дальнейшем. Я выбрал хороший путь смотрителя. Если я больше 10 дней буду отсутствовать в Выборге, то часы остановятся. Для меня самое важное в часовом механизме – это точность хода. Они у меня шалят на 30 секунд в неделю. Я считаю, что для часов, которым почти 200 лет, это нормально. Тик-так часов мне дает чувство спокойствия, так как я знаю, что часы идут.